Российский университет дружбы народов – самый интернациональный вуз страны. Его задача – мир во всем мире. Сочинский институт эту задачу оправдывает полностью. В многонациональном городе такой же состав студентов. Объединяя знаниями людей разных культур, УДН формирует лидеров. Здесь целеустремленные студенты могут стать передовыми специалистами. Вот и сегодня, в свой день рождения, Сочинский институт подвел итоги различных образовательных проектов и определил цели на будущий учебный год. Кроме того, студенты, успешно представившие свои исследования в рамках традиционного научно-образовательного форума института, получили заветные дипломы и сертификаты. Как отмечают партнеры вуза, выпускники Сочинского института РУДН – ценные сотрудники в городских учреждениях. Эта обстановка располагает к тому, что студент может не бояться своих высказываний, может проявить свое творчество, инициативу и получит поддержку от преподавателя. Очень много работают на предприятиях и учреждениях выпускников этого вуза, и о них очень хорошо отзываются. О том, что это сильные специалисты, специалисты, которые приносят действительно пользу нашему городу. Технические, естественные, медицинские, экономические, гуманитарные. В Сочинском институте РУДН представлены все направления подготовки. А потому сочинской молодежи нетрудно выбрать профессию своей мечты. Для студентов РУДН не существует границ. В их распоряжении программы обмена и стажировки, двойных дипломов совместно с зарубежными вузами, а также международные конференции, летние школы и практики. География сотрудничества обширна. Не отстает и студенческий совет. Постоянно создает новые проекты. Один проект – это РУДН Лайф, это YouTube-канал, где мы выкладываем интервью. Да и также второй проект – это клуб разговорного английского языка, где два раза в неделю собираются студенты и разговаривают на различные темы на английском языке. И университет нас в этом поддерживает, как предоставляя помещения, так и материально, то есть оказывает поддержку. В день рождения принято говорить о достижениях. Принципиально значимое для Сочинского института РУДН – это участие в мировом первенстве профессионального мастерства WorldSkills. Студенты вуза входят в состав национальной сборной и регулярно занимают призовые места в самых разных компетенциях. Направление WorldSkills – это наше направление, мы гордимся этим, потому что мировая компетенция должна быть доступна в России, понятна в России, и должна использоваться таким образом, чтобы мы получали более качественного специалиста. Среди участников торжественного мероприятия – студенты, преподаватели, гости, партнеры, родители. Вот это наша планета. С праздником РУДН, с праздником Сочи. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.